Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, мы сегодня играем в криминалочку на сервере Мазин Холли Плей, первый сервер. Мы не Кирилл Питбуль. Итак, чуваки, это обзор машин, вы уже набрали 40 лайков, красавчики. Давайте, если набираем на этой серии тоже 40 лайков, я выпускаю следующее видео по тесту будущих машин в модпаке, какие будут. 40 лайков и новая серия. Так что, думаю, договорились, в принципе, вы все поняли в предыдущем видео. Ну, кто не смотрел предыдущее видео, посмотрите, вы все поймете. Хочу сразу сказать, Inside Fresh, большое тебе спасибо за то, что предоставил мне эти машины. Ну, он мне их дал для видео. Я не знаю, наверное, назову это как бы необычные машины, будут необычные, Hot Rod и фургон. Это как бы необычные машины, вы сами видите, какие... У фургона какой выхлоп, стоит диски. Это необычные машины. Ну, видите, я разделяю машины на классы. Ну, и в прошлый раз были ретро-машины. Сегодня у нас будут необычные машины. Так что вот так вот как-то. Вон, кстати, Inside Fresh, ты пэхнулся. Итак, смотрим. Давайте, наверное, начнем с Hot Rod'а. Это кабриолет, чуваки, это вообще такая уматовая тачка. Я, честно, не ездил на ней еще. Но с виду она очень уматовая. Два карбюратора там. Видите, даже вентилятор крутится. Можете посмотреть. Даже вентилятор крутится. Вон. Не знаю, видно вам или нет. Но он крутится. Видите, он крутится там. Мотор очень хорошо проработан. Очень хорошо проработан. Но здесь надо про салон вообще здесь не нужно говорить, в принципе. Машина уматовая, реально. Когда, не знаю, я себе такую бы купил, еще на блатах бы, там, рву, там, 3/8 или сук 3/8. Было бы вообще матово на такую тачку номера поставить, такие. Поэтому, думаю, будет прикольно. Так, давайте закроем. Посмотрим, так, все нормально. Итак, ну, давайте багажник, может, здесь открывается. Попробуем, видите, ну, и видите, бажок есть такой, как двери открываются. Но, в принципе, это не критично. Давайте пробуем капот открыть. Ну, капот, конечно, это перебор, я сказал. Ну, давайте хотя бы багажник. Ну, эти тачки необычные, реально. Ну, я не знаю, кто их покупать будет, но... Думаю, вот эту тачку кто-то по-любому докупит, потому что она выглядит просто по-дикому. Еще в красном цвете. На таких дисках, пацаны. Ай-яй-яй, вообще карамба, блин. Вообще круто выглядит тачка. Честно, реально, ну, вообще матово выглядит. Ну реально, ну круто. Круто просто. Ну багажник здесь вообще там нихуя не вижу. Он есть, короче. Самое главное, что он есть. Давайте чуть-чуть салон посмотрим. Ну там салоном это трудно назвать, конечно. Но... Двери, видите, как открывается. Это прикольно, что это кабриолет, чуваки. Кабриолет, вы купаете. На сервере будет нормальный кабриолет. Ну как нормальный. Вот такой зверь кабриолет будет. В принципе... Все хорошо проработано, прикольный руль, приборка, кнопочки, сидушка такая, педали и акселератор передач, так сказать. Не, ну блин, мотор, эти два карба очень круто выглядят, ну скажите реально, что не круто выглядят? Вообще шикарно просто выглядят тачки, мне очень нравятся, просто реально очень нравятся эти тачки. Что Inside Fresh тут катается. Прям очень круто. Очень круто. Ну, давайте проедемся уже наконец-то, да? Да, вы хотели, чтобы я уже проехался, наверное. О, Вася. Чуваки, я не включаю звуки вообще в игре, но я хочу послушать этот звук. Думаю, вы тоже хотите его послушать. Просто... Бомба просто. Видите, это маленький, типа, стопачек. Стопак. Как же она едет, чуваки, а ну, максималочка. 116. Ну, это этот звук, чуваки, этот вид. Это просто космос. Видите, два карбюратора там. Все дела, блин. Вообще мощь. Я думаю, она будет пользоваться спросом, потому что она очень охуенная просто. Кабриолет, смотри, как я на ней еду просто, как батька, блядь. Батька вернулся в город.
Не, ну вообще, тачка крутая. Не знаю, слышно меня или нет из-за этого звука. Приборка, видите, как горит даже. Видите, приборка даже в салоне горит. Видите, все кнопочки загораются. Давайте поближе. Ну, вы видите, все загорается, все круто. Какой привод у него? Задний. Не, ну тачка огонь, чуваки. Тачка просто огонь. О, кайф. Блин, я, наверное, себе куплю когда-то. Когда уже модпак выйдет официально, пока он тестируется. Не, ну Вася, это круто. Это просто шикарно. Итак, я выключил звук. Сейчас будем тестировать вот этого зверя тоже. Смотри, какой у него выхлоп, блин. С двух сторон четырехствольный, восьмиствольный выхлоп, чуваки. Восьмиствольный выхлоп. Диски красятся у него. Такая решетка массивная. А ну, назад можно садиться? Давайте проверим. Стоп, я не ту кнопку нажал. Да, назад можно садиться, чуваки. Это круто. Это реально круто, что можно садиться назад. Давайте вот так откроем двери все. Сейчас посмотрим, может у него капот открывается. Там даже телефон, походу, есть. Давайте попробуем капот открыть. Да, капот, кстати, тоже открывается. Блин, ну это круто вообще. Это просто круто. Ну, мотор тоже, в принципе, хорошо проработан. Честно, не знаю марку этой машины. Я GMS или... Ну, короче, блин, я по-английски не шарю нормально. Так что надо это меня троллить в комментариях. Ну, блин, тачка тоже по-зверски выглядит. Блин, жалко, нельзя вот здесь сбоку садиться как-то. Ну, блин, ну, салончик, кстати, вообще тоже неплохой. Неплохой салончик, телефон есть. Типа, что-то под кожу сделано. Светильнички там стоят. Что тут у нас поближе, давайте посмотрим. Так. Ну, довольно прикольно выглядит все. Давайте вот так садимся. Ну, сидим мы, конечно, не очень комфортно, но... В принципе, ладно. Спойлер есть. Жалко, фонари сверху не работают. Было бы еще круче. И вот эти габаритики, ну, вот эти тоже туманки, жалко, не работают. Чтобы больше света было. Но реально, это же было бы круче. Это было бы круче. Давайте ее заведем. Выхлоп, к сожалению, работает только с одной стороны. Кстати, забыл сказать цены. Hot Rod стоит 1.6 в автосалоне, вот эта тачка стоит 1.6. А это стоит 700 или 800 тысяч, так что машины более-менее как доступны. Особенно фургон будет доступный вообще и на изи. Кстати, люк есть. А ну, у него есть какой-то звук нормальный или нет? Не, у него хуёвый звук. Поэтому мы уберем. Ну что, давайте проедемся на нем. Может, он и валит нормально, я не знаю просто. Вдруг он вообще валит как дикий просто. Ну, что-то не смахивает на дикого, но... В принципе, машина прикольная. 95 километров. 95 километров максималка, но я считаю, за 700 тысяч четырехместный фургон получить... Я думаю, давайте его на оффроуд чуть-чуть проверим. Вот, реально чуть-чуть. Просто чуть-чуть проверим. И все будет нормально. Ну реально, если он сейчас будет по оффроуду нормально ехать, то в принципе машина достойная. А если не будет нормально ехать, то как-то не очень будет, конечно. Не очень будет круто. Давайте пробуем хотя бы здесь проехать. Ну что, проехал. Давайте, где тут речка была где-то? Речечка. Речулечка. Где-то вот здесь она, да? Вон она. Давайте попробуем проехаться. Не, ну в принципе, на ней тоже оффроуд можно устраивать. Она не сильно тонет. Ну да, она по оффроуду нормально будет. Так что, чуваки, можете покупать, в принципе, за 700 тысяч. Ну, 700-800, по-моему, она стоит. В принципе, четырехместный фургон... Проходимость неплохая, я считаю, это нормально. Ну, проходимость Hot Rod проверять, конечно, я не буду. Потому что это Hot Rod. Хотя, блин, ладно, не буду, передумал.
Ну, как вы поняли, тачки очень прикольные, интересные, необычные. Ну, я так и назову необычную машину. Ну, думаю, вы по названию уже поймете сами, что это за машины и что они себя представляют. Думаю, я вам подробно все рассказал, показал. Повторюсь, 40 лайков, и я выпускаю новое видео по тесту будущих машин Модпаки. Я снимаю машины, какие уверенно могу сказать, что они будут Модпаки, потому что, ну, я знаю, мне там, короче, у меня свои там дела, я знаю, какие тачки будут, какие нет. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылки есть в описании, заходите на сайте и ждите новых серий. Всем пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.